Еще одна госкомпания, вокруг которой не первый месяц бушуют страсти – Укрзалезница. Министр инфраструктуры Владимир Амелян готов голосовать за отставку главы Укрзалезницы Войцеха Бальчуна. Его команда, по мнению Амеляна, не дала результатов. Контракт Бальчуна заканчивается в мае, а значит, правительство до конца апреля должно его уволить. На этот пост якобы уже есть 3 кандидатуры, но кто они, министр не уточнил. Это не первая критика в адрес главы Укрзалезницы со стороны министра. В конце января на заседании Кабмина Владимир Амелян жестко раскритиковал работу Бальчуна, мол, он не занимается реформами. В ответ сам Амелян получил выговор от премьера, а Укрзалезницу из-под управления Мининфраструктуры передали Кабмину. Напомню, Бальчун возглавлял железнодорожное ведомство в прошлом году по конкурсу и получает едва ли не самую высокую зарплату в Украине – около 500 тысяч гривен в год. Хотя еще раньше в Министерстве экономического развития заявляли, со всеми премиями и доплатами его доходы могут составлять от 800 тысяч до миллиона долларов в год.